Начинаем нашу смехоразминку, включаем смехоэнергию. И, как всегда, мы делаем вдох, вдох радости, вдох счастья низ живота. Вдох. Задержали, задержали. Выдох. Хорошо. Еще раз вдох. Выдох. И когда мы делаем вдох, у нас что? Надувается низ животика, а плечи, грудь не поднимаются, все на месте зафиксировано. И мы делаем вдох. И выдох, животик у нас подтягивается. И, дорогие друзья, сегодня я хочу больше уделить внимание нашей растяжке, разминке, пластике, суставной гимнастике, силовой гимнастике, потому что, ну, в человеке все должно быть прекрасно, да? И мы все это дополняем, конечно же, смехом, потому что у нас, прежде всего, смехоэнергия. И почему же я не выбираю просто смех? Ну, ребят, просто смех, вот, если честно, мне скучно, мне неинтересно. Поэтому либо смех вот для меня лично должен быть естественный, это компания веселых людей, это анекдоты, это кинокомедии, это что-то еще. Либо смех я включаю именно как разминку, куда включается смысл, различные игропрактики, да, то есть как тренировочный смех, где именно мы прокачиваемся как в спортзале. Почему? Потому что при обычном смехе мы не следим за дыханием, да, когда мы смотрим кинокомедию, веселимся, идут гормоны радости. Даже когда мы просто улыбнемся, уже идут гормоны радости. Даже когда нам не смешно, а мы начинаем смеяться, тоже идут гормоны радости. Но когда мы включаем комплексную терапию, вот здесь правильное дыхание, да, когда мы включаем работу всего организма, то здесь идет максимальный эффект. Почему, допустим, йога смеха? Потому что йога – это дыхание, да. Почему звукотерапия? Потому что звуки, они тоже связаны со всеми нашими органами. Почему смехотанцы, например, да, вот то, что мы проводим в разные дни, потому что, ну, танцы – это само по себе уже, это и пластика, это физика, да, это и радость. То есть гормонов радости гораздо больше, знаете, как вот охапка разноцветных, классных цветов, осенних листьев, вот комплекс. Поэтому мы стараемся делать комплексную такую вот гимнастику. Хорошо. И напоминаю, что бы мы ни делали, да, какие бы мы упражнения ни делали, будь то дыхательные практики, будь то упражнения физические, будь то откашливание, будь то звукотерапия, когда мы поем звуки, да, мы все делаем на улыбке. Мы стараемся дышать правильно, а именно, как уже обратила внимание, вдох, надувается животик, выдох, он втягивается. То есть, как и вокалисты, они вот тренируют именно вот такое дыхание. Далее, мы, когда смеемся, мы широко открываем рот, дав возможность как можно большему количеству воздуха выйти наружу. Широко открываем рот со звуком «А». Почему «А»? Потому что некоторые вот сразу начинают смеяться. «Ох, там пора». Нет, мы прокачиваем стартер именно «А». И когда мы хорошо прокачаем, да, наши все чакры, горловую чакру, да, когда мы хорошо, вот свой аппарат артикуляционный, горлышко, все разогреем, вот тогда мы уже можем и на «О», и на «А», и, как правило, мы уже заканчиваем разными звуками. Но самое главное, что бы мы ни делали, это улыбка, это широко открыв рот, и все это ради того, чтобы сделать длинный выдох. Даже беззвучный должен быть выдох. И, конечно, мы что делаем? И мы с вами включаем тело в дело, хорошо? И сегодня мы с вами будем работать по максимуму телом, да, и, конечно, все это сопровождать нашим смехом. Хорошо, давайте ручки на пояс поставим и немножечко начнем суставную гимнастику. И, конечно, улыбочки все одели, и когда я объясняю, я в это время не могу вот и смеяться, объяснять, улыбаться могу, но вы, конечно, смейтесь, хорошо? Я не обижу, смейтесь надо мной. И поехали, ушком тянемся, плечо не поднимаем, плечи опущены, другим ушком тянемся, да. Ха-ха-ха.
тянемся, вот так не делаем. Лариса, классно, как вы зажигаете, а? Благодарю, так приятно. Назад. И пошли медленно, как колобочек катится, да, подбородочком груди касается, ушком плечка, затылочком спинки, да, вот так. И в другую сторону. Хорошо. Право-влево. Ковш. Вот у кого особенно болит спина, шея, да, суставы. Очень важно разрабатывать и, конечно, сопровождать это массажами. Да. Так. Вот мы разные-разные упражнения делаем, кому-то так. По кругу поехали, по кругу. И в другую сторону. Хорошо, вот так размяли нашу шейку, легко-легко, немножечко руками помогая, потянули, расслабились. А теперь поставили ладошку и давим, а ладошкой держим, давим. Потому что шея у нас тоже должна иметь силу. Слабая шея не удержит умную голову, в которой много-много мозгов. Давим, давим, да. Хорошо, в другую сторону. Расслабили. Давим, давим, давим. Расслабили. Еще. Еще. Хорошо. Давим вниз. Давим, давим, давим. Давим. Хорошо, и давим назад, руками держим Хорошо, молодцы. Руки на плечи и поехали назад. Два, три, четыре. Вперед. Раз, два, три, четыре. Теперь одним плечом вперед, другим назад. И вперед, и назад. И соединяем все вместе. И образуем новые нейронные связи. Да. И в другую сторону. Мы с вами это делали на нашей пальчиковой, на нашей такой нейрогимнастике в субботу. Только мы делали полностью руками, да, а сегодня мы разрабатываем плечи. Хорошо, хорошо. И знаете, мы делаем на растяжку, да, там делаем какие-то упражнения на пластику. Давайте сегодня уделим внимание, ну, побольше силовым, потому что мышцы, они должны быть еще у нас и сильными. Наше тело должно быть упругими, да, и мы должны легко ходить по ступенькам, легко вставать там с дивана, да, приседать полностью, да. Ну и можно взять там, допустим, два яблока, два апельсина, у кого-то гантельки есть. Можно взять две бутылочки с водой, такие полиэтиленовые, да. Вот, можно взять, у меня вот такие вот морские камушки есть. Да, вот пока говорю, а вы можете вот такое вот посмотреть, что у вас два апельсина, да, два грейпфрукта, что у вас может быть там две книги, ну, два каких-то предмета любых. У меня вот еще есть вот такие предметы. Что-нибудь можете взять. Да, хорошо. И давайте мы сегодня с вами побольше уделим внимание именно вот такой гимнастике. И вот смотрите, ну вот мышцы, которые
могут, ну, немножко нехорошо выглядеть, да. Вот, нам нужно их прокачивать. Поэтому давайте сегодня мы такими предметами и поделаем именно эти упражнения, да, на силу мышц. И, конечно, мы смеемся, и когда мы смеемся, у нас уходят калории. У нас одновременно работают несколько групп мышц, особенно пресс. Локти зафиксировали. Только от локтя у нас работает рука. Повисли и поехали. Вот, ну, некоторым и без предметов тоже нелегко делать такое упражнение. Вверх, в стороны. И напрягаем руки. Если кто-то без предметов делает, напрягайте руки. Вот представьте, что у вас гантельки, а у кого-то они есть, гантельки, гирьки. Плечам пошли немножечко скруточку. Работа над нашей талией. И говорим, моя талия тонкая, моя талия стройная, да. Мой позвоночник гибкий, да. Ножки зафиксированы. Ножки прямые, делаем скруточку. Животики подтянуты, напряжены. Теперь присели и то же самое делаем, а ножки у нас согнуты. И вы можете сами фиксировать разную высоту, чуть выше, чуть ниже. И уже чувствуете, да, что что-то меняется в ощущениях. Хорошо. Ручки сбросили. Еще раз. И потянулись, потянулись, потянулись. А все печальки, суету, да ну их сбросили. И еще потянулись, потянулись. Волнением, болячкам. Все улетело, сбросили. Немножко встрясочку сделали, да? Такая трясочка, когда у нас все работает, как потоком, да? Такой смехоток пропускаем. И мы такие смехозомбики. И у нас пошло все. И ножки тоже работают. Хорошо, хорошо, расслабились, молодцы. Немножечко грудную клетку, поехали по точкам. Раз, два, таз зафиксирован. Друзья, таз у нас на месте, прямо вот зафиксирован. Держим, пошли. Раз, два, три, четыре, вперед, бок, назад, другой бок. Раз, два, три, четыре, раз. Округляем, круг рисуем. Это тоже хорошо прокачивает и нашу талию, да, верхний отдел спины. Потому что обычно вот такое только движение делают, да, вот мало внимания придается верхнему отделу позвоночника, грудной клетке. Ну, вообще, это красивое упражнение, которое вы потом можете включать в танцы, да? Что мы, в общем-то, с вами делаем. В другую сторону по точечкам. И круг.
увеличить, да, и напротив, может быть, там зеркало, или здесь себя увеличить, и чтобы вы видели. А, теперь плечи зафиксировали, и пошел у нас только таз работать. Вот, сейчас у нас ножки прямые, и у нас работает только таз. И амплитуда увеличивается, увеличивается постепенно. А плечи держим, да. И в другую сторону. Теперь давайте все соединим вместе. Руки свободно, как хотите. И в другую сторону. Можете себе прям вот так помогать руками, чтобы больше, да, делать амплитуду. Хорошо, молодцы, встрясочка. Расслабили мышцы. Можно чуть-чуть попрыгать. Хорошо, потянулись вверх. И теперь тянемся вниз к полу. Тянемся, тянемся, тянемся. Расслаблен организм. Не надо быстро, резко делать. А вот расслабились. Вниз опустились, и шейка расслаблена. Так, голова, все, тянется вниз. И кто сколько может, стараемся кончиками пальцев дотянуться до пола. Кто дотягивается легко, значит, стараемся уже ниже, ладошками достать. Но самое главное, сколько бы вы ни наклонялись, самое главное, чтобы у вас были прямые колени. Еще раз вдох и повисли. Вот как простынка на веревочке. Повисли. И немножечко вот так вот теперь раскачиваемся. Ветерок дует, и простыня раскачивается, делая такие плавные, красивые движения, да. Раскачиваемся. Расслаблен организм, и мы смотрим, как под собственным весом наклоняется ниже, ниже. Так хорошо, приятное ощущение растяжки. Да, икроножная мышца растягивается. Ножки наши становятся гибкими, тянемся. И мы ниже, ниже, улыбочкой обязательно. И добавляем смех. И кто может, носки прям руками возьмите за носочки. Вот. И вот, за пальчики ножек. И немножечко покачайтесь. И хвостиками. Хорошо. А сейчас, о, видите, вот уже, когда делаем часто волны, вот уже и встаешь потом вот так вот волной, потому что работает уже тактильно-мышечная память. А сейчас мы также будем тянуться, и потом присядем. И тянемся, присели, полностью присели, встали. Еще раз присели, встали, выпрямили колени, присели, встали, выпрямили колени, присели, встали, добавляем смеха. Встали, так, встряхнули, все, встало, все. Вдох глубокий. Выдох. И охапку энергии, вдох. Животик поджимается. Хорошо. Теперь можно, ну, взять стульчик, например, что-то опереться. И сейчас мы будем в сторону ножку поднимать. И при этом у нас тренируются внутренние мышцы бедра. Это мышцы, которые тоже мало задействованы. И часто мы хотим, чтобы у них
Ушли лишние там залежи. Давайте мы сейчас это и попрокачиваем. И можно держаться за спинку стула. Сейчас у нас работают ножки. И поехали. И вот и поднимаем сторону. И что делаем? Еще. Не часто используем эти мышцы, да, и прям так вот чувствуем нагрузку, да, нагрузку на бедро. Можете ниже наклониться и то же самое сделать, вот как вам удобнее. Хорошо, молодцы. Поехали, другая ножка. Вначале ровно стоим. Не видно, не видно. Не видно? Меня не видно? Да. Да вроде бы, как остальным? Видно. Видно. Перезагрузите, что-то у вас, значит, с гаджетом. Нет, вас видно, только туловище видно, а ноги, да, что вот только ты не видно. А, мой хороший, вы хотите, чтобы я уже ногу научилась до уха поднимать? Нет, что вы сделали, что вас полностью видно было. А то, вы что там с ногами делаете, я первый раз зашла, я, например, не... А, мы ее в сторону поднимаем, и смотрите, вот. Эти мышцы, внутренние мышцы бедра, мы их прокачиваем, потому что они у нас, ну, в жизни мало работают. И у нас часто бывают здесь какие-то лишние отложения, да. Поэтому, чтобы наши ножки были стройные и сильные, мы сегодня вот прокачиваем эти мышцы. И вы, конечно же, их включаете в свою ежедневную зарядку, да. Теперь то же самое, только вперед продвинулись. Немножко наклонили стулу и то же самое. Поехали. Хорошо. Потрусили ножками. Хорошо, хорошо. Потрусили, потрусили. Ножками трусим, трусим, трусим. То есть коленочками вот так, вот так, вот так. Запускаем смех энергию. Немножко попрыгали. Хорошо. И уперлись в спинку стула. И начинаем отжиматься. И раз, два. Каждый в своем темпе. Никто ни под кого не подстраивается. Поэтому как вам удобно. Можно на тумбочку облокотиться, можно на стол облокотиться, там на какую-то ступенечку, вот что у вас рядом, диван. И смотрите, меняем положение рук, вот локти сейчас у нас идут назад, да, это одна нагрузка. Это на определенные мышцы, но если мы сейчас делаем локти в стороны, то мы видим, что у нас уже ощущения по-другому и задействованы уже другие мышцы. Да, ножки ровно, туловище стараемся, чтобы как ровная досочка. Попу не надо вверх оттопыривать. Вот обычно после этих упражнений мышцы будут побаливать, и это будет говорить о том, что вы все делали правильно, что ваш организм, да, получил нагрузку и новые, хочется прям сказать, мышечные нейроны. Я такое придумала, да, образовывается, потому что то, что мы не делали, это нейроны в голове и мышечная память тоже формируется. Хорошо, подняли ручки. И сбросили. Подняли ручки и сбросили. И начинаем делать так, чтобы у нас получалось от той высоты отжиматься, от которой получается. То есть для кого-то это там подоконник, стол,
Для более крепких это будет пониже, это будет уже там сидушка стула, да? Можно еще пониже, какая-то ступенечка. И для самых сильных это прям будет вот уже от пола, да? И если вы делаете от пола, можно еще встать на коленки, то есть не у всех сразу получается от пола, поэтому мы становимся на коленки, ножки у нас вверх поджаты, ну вот таким образом, да, вверх, вот. И мы отжимаемся от пола, но на коленях. И когда уже наши мышцы, тут и пресс работает, станут совсем сильными, тогда мы уже отжимаемся полностью, наше тело как досочка, ровненько отжимаемся. И еще очень полезно просто вот так стоять. То есть сделали стойку, стоим, вот руки, носки уперлись, мы ровные. Не отжимаемся, но просто какое-то время стоим. И мы увидим, что тело начинает напрягаться, руки начинают трястись, да, все так тоже калории уходят. И вот стоим, стоим. И очень хорошо, когда мы все делаем, ну, немножко через силу, чуть-чуть больше, чем вчера, чуть-чуть больше растяжку делаем, чуть-чуть больше силовые, чуть-чуть больше выдох при нашем смехе, да? Давайте возьмем охапку смеха, много-много смеха с маликом. И... И нам, знаете, сейчас так важно и время экономить, да, поэтому мы не просто смеемся, мы делаем какие-то движения, да, чтобы у нас и физическое тело развивалось, чтобы каждый орган смеялся. И можем массаж в это время делать и тоже смеяться. Над холочкой работаем. Долой все жировые отложения. И работаем холкой. И разворачиваем плечи одновременно. Хорошо. Руки скрестили вот так. И тянем, и вытягиваем, вытягиваем, кто сколько может. Плавно, медленно. Никто ни под кого не подстраивается, каждый слушает свое тело. И главное, чтобы каждое занятие у тебя получалось что-то новое. Немножко больше растяжка, и немножко дольше смех. И немножко гибче становится на ваше тело, да. И самое главное, чтобы мы становились лучше, чем вчера, во всех смыслах, да. Взяли сзади замочек и выпрямили, и ручки вверх поднимаем, да. Вот так. Подходим к спинке стула. Ставим наш замочек на спинку стула. Вот так. И начинаем приседать. Кто сколько может. Темп тоже выбирайте, комфортный вам. Вот, чтобы у нас суставчики порастягивались. И, друзья, приседания – это очень важная тоже часть физкультуры, поэтому приседания нужно включать, ну, каждый день. Вдох, выдох, еще раз вдох. Потянули с одной ручкой наверх. Да, носочки тянем, коленки ровно. Другую ручку потянули, потянули. Помогаем потянуть и немножко в бок. Выпрямились, другая рука и немножко в бок. Этой рукой помогаем, да.
И листочек заводим, и другой, и сюда локоточек, и сюда, и пошли раз, два. Вот, чтобы у нас вот эти плечики для нашей осанки королевской были разработаны, чтобы не торчали вперед костяшки. Да, мы прокачиваем все назад. Да, у нас стройная осанка, у нас пластичное гибкое тело. И нам хочется летать. Полетели со смехом. Свою пластику. Молодцы! Хорошо, да, лучший день, да, смеемся. И увидели что-то. И вдруг увидели такое. Ух ты ж! И вдруг пришла бабка Ёшка, смотрит и начала издеваться над нами, смеяться вот так. А мужчины часто смеются как. И теперь смеемся на разные буквы, да, и одновременно прокачиваем себя, массаж. Снизу вверх. Вот, пневмоны стада разрабатываем. Ребрышками. Кулачками. Ну, тут смотрите, если у кого-то там швы или что-то такое, то, конечно, индивидуально. Да, попу. И вот эти места постучали. И порастирали. Вилочку сделали, и вот здесь мы, усиливая кровообращение, да, делаем лимфоток, и это работает, убирая наш второй подбородок, у кого есть, да, поэтому вот так хорошо, хорошо проработали.